А члены Коми диаспоры в Санкт-Петербурге отметили 25-летие со дня образования Коми землячества Неватас и десятилетие песенно-фольклорного коллектива «Джорич». За время существования он принял участие во множестве праздников как в России, так и за рубежом, внес немалый вклад в сохранение и популяризацию культуры нашей республики. Также наши земляки подвели итоги конкурса проектных идей. Победителем стала презентация по Коми-краю. Новогодняя встреча продолжилась показом фильма «Коми. Наследники земли русской» Финно-Угорского культурного центра России. А мастер песочной анимации Анастасия Яркова подарила присутствующим новогоднюю историю, написанную в ярких цветах крупицами песка. Замечен на событии и бывший худрук ансамбля народной музыки «Зарни Ань» Михаил Бурдин. Автор модных аранжировок на Коми-песне вместе с супругой с августа переехал на ПМЖ и продолжает заниматься творчеством. В следующем году главный шаман республики отметит 70-летний юбилей. Жителям Коми он пообещал наведываться с концертами.